пилю бревно березовое, двухметровое. И это бревно вот все лежало вдоль забора. Руки не доходили попилить, и сейчас уже время подошло, и так, иначе оно совсем тут сгниет. Вот приделал такие стойки с двух сторон, к ним закрепил доску на саморезы. Стойки тоже на саморезах. Ну и по центру уголок выровнял линию ровно. Вот. Ну и, ведя бензопилу, снял вот начальную базу горбыли. В общем, схема такая же пиления, как у адвоката Егорова. То есть он там пилу ведет, вел по пластмассе, я вот приклеил такой кусок на двухсторонний скотч ламината. Здесь сделал гнездо, чтобы можно было регулировать. Я вам скажу, что с этой ламинатиной очень довольно прилично скользит. Сейчас это все дело разберу, доску переверну в горизонтальную плоскость, закреплю ровненько, ну и буду уже пилу вести по горизонту. Сейчас надо уже место определить, куда их сложить. Так, толщину, ну, ориентировочно около 6 сантиметров. Вот такое дело. Ну и в конце, когда уже оставался именно этот горбыль нижний, вот такие два подпорные снизу брусья, и к ним уже закрепил это направляющее. Там снизу саморезы. Здесь и там. Конечно, вот эта пила маленькая, назовем ее сучкорез, да, как многие говорят, она не годится для этих целей. Туго идет, тяжело. Практически после каждого распила продольного приходится подправлять такой штукой. Иначе она уже тяжело дается ей. Вот. Ну и уже эта площадка отработала. Сейчас ее сниму. Зачищу, и будет нормально. Ну так вот, на этом все. Подустал немного, очень тяжело пилить, вообще тяжело. Береза, она, не знаю, легкая, нелегкая, но с маленькой бензопилой очень тяжело. Ладненько, вот все, вот так вот. Пока.